на меня. Вчера осветлила корни волос и сегодня вообще не собиралась никуда выходить. Дети настояли, хотят в комнату игрушек, и вот сейчас собираемся. Господи, желтая голова. И они такие капризные, друг с другом спорят. В доме появился кролик, стало еще больше у них ссор между собой. От кролика самого проблем нет, от их споров, от того, что они спорят постоянно, кто его будет держать на руках, кто его будет гладить, кто его будет кормить и так далее. Они спорят все время. Я, получается, все время вот так наблюдаю, чтобы они его не обидели. И вот так они все время спорят теперь. У меня головная боль, короче, прибавилась. Но не из-за самого кролика. За ним смотреть я пока не вижу сложности. У нас вот 2 дня, и как бы пока нормально. Пока ничего не сложно. Ну, посмотрим. Но всегда у меня есть возможность его вернуть обратно. Как бы я так и договорилась. Если он будет расти, что я его верну обратно. Вот. Едем. Аслан даже не зашел в игровую зону, он по дороге уснул и, получается, проснулся, не выспался, капризничал. Заира зашла в игровую зону, чуть-чуть поиграла, а потом поели пиццу. Сейчас Заирашка с папой кушают, а мы вот вышли. Прошлый раз, когда мы пришли, 2 недели назад, здесь цена была 100 лир, сейчас 150, вот все же дорожает. И здесь тоже подпишу. Листочки собираешь? Собирай. Хорошо здесь, но далеко от дома. Здесь вокруг дети везде. Листочки собираешь? Листья золотые над городом. О, типа грибы. Грибы. Покачать тебя? Пускай прыгаю. Они ж дети. Прыгай ты тоже. Иди прыгай ты тоже. И листочек возьми. Evet, çok kötü. Böyle gözlüğüm var. Gözlük yapayım mı sana? Abla bir şey yapayım. Sonarıma çizerek yapayım. Ege ama siyah yok. Lacivert var. Çapkanım da ayıp. Ama burnuna da var. Suyun mu peki? Su olabiliyor mu? Ne istiyorsun? Söyle artık. Hayır. Bir de su olmak istiyorsun. Hayır. Kedi çocuk kakakile mayo yapıyor. Kuzey! Neyse git oraya, neyse git. Mayo yapamazlar. Aslan kertankele mi oldu? Мусор какой-то баба. Тамам! Чего красивый? Мария Калаямазда. Ау, остался сыр мама. Догонялся играть. Ты кэтбой? Yeah, that's
Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Kaçamazsın, yakaladım. Все, poймали. Котята нашли игрушки, в которые они сами играли, когда были малышами. Лео, маленьких обижать нельзя. У тебя зубки острые, ты можешь ему больно сделать. У него? Он маленький, Лео. Лео же уже он какой большой. Покажи. Вот! А ты не хочешь убрать за ним его кокульки? М? Не хочешь убрать? М? Пописил и покакал. Мама только 10 минут назад поменяла. Обослюзка маленький. Не хочешь убрать, Ира? Почистить его кокульки не хочешь? Ручками не убирают. Их ручками не убирают, иди помой руки. А почему? Это же кокульки, хоть они и маленькие. Ты маленький, обослузка. Я только что поменяла твою беленку. Солнышко там есть на кухне, вода? Что папа делает? Асланчик, папа что делает? Массаж делает, да, тебе? Ой, как кайфует. Тебе нравится? Да. А ты потом маме сделаешь массаж? А? Так, баная парма сенсор, мич, ич. Лаки. Лаки. Лаки, лаки. Тут за кукла плохая. Старая кукла. Тебе нравится Аделюша? Да. Тебе не нравится? Кто делает? Она же еще маленькая. Она еще не умеет разговаривать, как вы. Ты научи ее разговаривать. Ты с ней разговаривай много-много. Мяч. Это мяч. Аби. Аби дал, да, тебе мяч? Аби говорит, дал. Это абла. Не знаю, это как книга называется.
Что это, мамина? Игрушка. Почитай, Бабл, ты же знаешь, про что она? Адалюша, почитай, может, ей интересно. Забыла? Кто тебе дал? Кто дал гольфик? Аби. Аби дал тебе. Аби как зовут? Аслан. Куда ты залезла? Аслан. Это нельзя. Какой? О, какая крутая помада у тебя. Только она игрушечная. Ты Аделюше покажи, как это нужно краситься. Аделюша, смотри. Ага, она здесь. Аба. Смотри. Ой. Смотри, сколько всего здесь есть краситься. Да, ты знаешь, как надо краситься? Да? А потом вот как надо краситься? Как они все красиво сделали. Да, как настоящие. Я же думала, это настоящие, я купила. Вообще никогда. Угу. Это игрушки. Это Дедушка Мороз принес. Это потом, чтоб краситься. Да. Пришла в гости Зуля. Учит мою дочь готовить лакский хинкал. Вот так. Моя свекровь говорит, детскими руками еда бывает вкуснее. Давай. Вот так. Нам такой хинкал тоже пойдет. Ну, конечно. Ну, мне такой наоборот вкуснее моя дочь готовит. Молодец. Он старается. Ей интересно. Подожди, подрастешь, будешь маме помогать? Когда подрастет, уже вряд ли. Когда маленькие, это они хотят. Будешь печь с мамой, вернее, аварский хинкал готовить. Мама не умеет, дочь может научиться. Я же не умею аварский хинкал готовить. А-а. Я пару раз пробовала, у меня не получилось, и все, я бросила это дело. Я его не очень люблю готовить, у меня тоже через раз получается. Я только последний раз тоже у тебя же готовила, помнишь? Теперь подвиньтесь. Все, хинкал закончился, можете идти готовить. Играться, я сейчас буду их варить. Идите к маме. А баня-то пока можно поиграть. Артистам не играют. Вы же налепили? Да. Да? Да. Молодец. Кто-то держит мои ноги, опустил. Кто это держит? Твои ноги. Подожди, подожди. Ты что-то... Кто-то держит? Ты выкинул тесто, парень. Ну что ты надеешь? Это за Аделька. Это Аделька разве? Нет. Вот смотри. Адель. Адель. Мамина девочка пришла. Вот так поставь, чтобы она ноги не трогала. Зайра, вот так ставь, чтобы она ноги не трогала. Да, да. Я чувствую, они с этой кухни уходить вообще не собираются, да? Это как поехали! Давай. Аслан, Зейра, пойдемте. Там сейчас горячая вода будет брызгать. Ручки помоем, пойдем. Спасибо. Эвет. Аслан, что делаешь? М? Ты куда пришел, солнышко? М? Куда пришел? Папиному другу пришел в гости, да? Не смогла сегодня его в садик отвезти. Солнышко, ну у меня дела, надо чуть подождать. Зейрашка пошла в садик, а он категорически отказался. У меня еще дома Зуля осталась. И получилось, что срочно надо выйти. И он со мной. Мама, есть ли будет? Тащить меня. Аслан! Ты что там делаешь? Садись сюда. Садись, мамина солнышко. Дядя, стой! На мне. Ты обла, да, Зера? Да. Молодец. Ну, пока нужно подождать, когда будет сековать. Да, мы уже сделали, он сейчас заморозится, охладится и будете кушать. Молодцы. Зейра, потихоньку иди, хорошо? Сперва посмотри.
Сперва посмотри, машина едет или нет. Вертушка. Ага, стукнулась ручкой об машину. А ты посмотрел, машина едет? Не едет, да? Не едет. Можно идти? Сегодня хорошая погода у нас, даже ветра нету. Ух ты, подожди, Аслан, подожди. Вот кто такой идет? Прям на дороге курочку рассыпал. Нельзя, что ли, в сторону куда-то? Люди где должны ходить? Где? Что, моя любовь? А? Не играет с тобой Лаки, да? Лаки вообще не играет. Вот сидит, не играет с тобой. Ничего, он будет играть с тобой. Лаки, ты почему не играешь? А? Он захочет с тобой играть, солнышко. А? Лаки, ты дочка моя. Вообще не играет. А? Вообще не играет. Лео, солнышко, ну что, не хочет играть? Не хочет, да? Не хочет он играть. Тутуська, тутусик не хочет играть. Ты тутусик играть не хочешь? Облачко. Облачко пушистое, облачко пушистое, облачко, облачко, вечно голодный, вечно что-то зует, зует. Он хочет играть, мое солнышко хочет играть. Лео, иди сюда. Иди сюда, солнышко. Иди сюда, мама. Иди сюда, солнышко. Идем? Идем, идем, идем. Подойди к нему, подойди. Он будет с тобой играть. Он привыкнет к тебе? Будет играть, солнышко. Он и так, и сяк возле него кружится. Но пока... Пока Лаки не играет. Спрятался, да? Спрятался, на. Лео, иди сюда. Лео. Ботят. Иди сюда, солнышко. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Телефон хочешь погрызть? Ищешь, что погрызть или покушать?
Мои волосы жуешь? Вкусные, да? Лаки, мамины волосы вкусные. Он ест мои волосы, нормально, да? Я понимаю, они сейчас на солому похожи. Ты их спутал с соломой, но это не солома. Дети подросли, уничтожители моих волос. Теперь ты, да? Весело. И Лео тоже здесь вокруг. Так и живем. Иду в садик. Сегодня позвонила Золовка и захотела Аслана забрать себе с ночевкой. Это они с Мурадом так решили, чтобы я с Зайрашкой могла побыть одна. Чтобы мы вдвоем остались. Девочки. И этот Золовка пришла, взяла Аслана пижаму, вещи, одеяло. И забрала его сейчас в садик. Я иду за Зигрой. Зигра еще не знает, что Асланчик мой. По-моему, тетя забрала, не знает вроде. Посмотрим, что она скажет мне. Зейра, а где Аслан? Аслан на ре? Мама, ай. Это кто рисовал? Ой, как красиво! Это, наверное, ты рисовала динозаврика хвостик? А где Аслан, Зейра? В садике. В садике? Нет, его нету. Его тетя забрала. Тетя забрала Асланчика. Сейчас придет. Аслан орда дию гелидек шиги. Тетя забрала его. Умрумда биледил. Умрумда биледил. Нерде Аслан. Когда тетя приходила и взяла Асланчика, забрала. Ну вы же все время спорите. Пускай пойдет он к тете. Почему? Почему? Он будет там плакать. Не будет он плакать, тетя же его не обижает. Мама, ой. Давай быстренько пойдем. Куда? И такси. Киртасия. Киртасия. Что сделать надо там? Купить паскобоем. Угу, хорошо, мы идем канцелярию купить ей карандаши какие-то. Пастель Буяма. Пастель Буяма, Анна Дым. Идем. Она же пока свою не получит, знаешь, не успокоится. А? А ты знаешь, что это говорит пастель Буяма? Знаю, пастель Буяма. Бен де турче билиору. Хорошо, ты знаешь, как я. Зейра, сен турче билиор мусун? Evet. Бен де билиору. Hadi de. Tamam. Rusça biliyor musun? Evet. Konuşsana Rusça. Ben iyi. Türkçe değil, Rusça. На русском поговори? Не знаю. Хорошо, не знаю, да на русский. Ну, так красиво на турецком разговариваешь. Я так не умею красиво разговаривать. Заходи. Гель, заходи. Ne istiyor Zehra? Sorsan. Söyle. Aa, ne kaçıyor? Hoş buldum. Скажи. Ben mi söyleyeceğim? Pastel boyama var mı? Varmış. Сейчас дядя освободится? Ага, tamam. Приехал? Да. Точно? Да, выходи. Какую вот эту? Угу. Да.
вот это. Ты куда идешь? Сюда. Куда идешь? Домой. Пойдем. Домой хочу. Ты не соскучилась по Аслану? Я иду в садик. Что? По Асланчику не соскучилась? Да. Соскучилась? Он тоже по тебе соскучился. А это что? Не знаю, кто-то прилепил. Кто-то прилепил. Ну, не знаю. Чего? Ты меня не видишь? Ну ты повернись, посмотри на меня, чтобы увидеть меня. Видишь меня теперь? Ты же вчера ночью кричала, хотела, чтобы день наступил. Вот, солнышко вышло, день наступил. Забыла, как ты вчера ночью кричала? Я не хочу, чтобы была ночь, я хочу, чтобы был день. Ну вот наступил же день. А сейчас ты залуешься, что солнышко тебе в лицо светит. Ты такая дрочунья. Ты маму любишь или не любишь? Скажи. Люблю. Вот так любишь? А я тебя обниму очень сильно. Я уже боюсь. А мама как тебя любит? Тоже вот так? Вот так мама тебя любит? Пошли, пока ты меня не задушила. Отвела Зирашку в садик. Аслан уже был в садике. Заловка его рано привела. Нарвала травку для нашего красавчика. Я стараюсь каждый день ему свежую травку нарывать. И у него есть два вида корма. Точнее, один вид корма и второе сено. Он ест это по чуть-чуть. А так он любит листья салата, вот траву очень любит, морковку ест хорошо, овощи ест. Ну, в принципе, он все ест. А когда я выхожу, я закрываю вот его ящичек. Почему? Потому что он оттуда выпрыгивает, и я боюсь, что пока меня нету, его Лео может случайно слишком сильно схватить или поранить. Ну, боюсь я пока. Хотя Лео ничего такого не делает, но а вдруг? А? Покакаль? Покакаль, вот тебе я травку принесла. Ты же любишь ее. Какает, конечно, круглосуточно. Но знаете, чем пахнут его кокульки? Сеном. Сеном. Он ест вот эту вот зеленую часть, а вот этот вот корешок оставляет. Сеном пахнут его. Запаха пока нет у нас, прошла. А на сегодняшний день как раз ровно неделя, как он у нас. Запаха нет. Этот ящичек каждый день я мою. Пеленки меняются по мере загрязнения, но где-то в день, в сутки три раза меняю. Стираю, вешаю, запаха не бывает. Он уже сам выпрыгивает оттуда. Естественно, он выпрыгивает. Лео за ним бежит, хочет с ним играть, не рассчитывает силу. И я боюсь, что он его как котенка, вот как кошки с котятами играют же, они его за шею хватают. И я боюсь, что он не рассчитает силы, потому что со мной тоже, когда он играет, он ручку мою покусывает. А этот совсем же слабенький. Не слабенький, но он худой. У него одни кости. У него дразнит, бегает туда-сюда под диван. Лео, ты тоже хочешь травку? Могу тебе тоже нарывать, если тебе нравится. Благо, по дворе трава растет. Так, себе купила шоколадные булочки. Сейчас сделаю кофе и попью. Развешу стирку, которая у меня стирается. И хочу пойти к подруге в салон. Помните, наверное, да, у меня подруга-косметолог открыла салон красоты. Хочу пойти насчет лазерной эпиляции. Я, в принципе, давно планировала, но никак не могла собраться. И вот получается, что подруга в салоне будет делать лазерную операцию. У нее будет дело, точнее. И хочу попробовать это недалеко, в принципе. И как бы у знакомых все равно как-то
поувереннее, что ли, я не знаю. Все, закрываюсь. Всем хорошего настроения.